Итак, дорогие друзья, играем с Денисом в Блиц. Он любезно согласился со мной поиграть буквально пару партий. Посмотрите, какой у него исполинских размеров рейтинг. 2525. Ну, чемпионами Беларуси просто так, конечно же, не становятся. Ну, буду стараться не проиграть 0-2, хотя это будет очень сложно. И я думаю, вряд ли меня кто-то осудит, если все-таки это произойдет. Но посмотрим, посмотрим. Пока все вроде бы в порядке. Играю белыми. Пытаюсь выйти из дебюта. Ну и вот первый неприятный момент. Слон b4, связочка какая-то. На c4 есть взятие. Ну вот, началось. Началось прямо сразу. Знаете, когда мы пару лет назад, полтора года назад с Денисом ехали из Гродно, с Гродно Open в одном поезде, мы играли очень-очень много в шахматы. Играли не только мы с Денисом, а в основном играли, конечно же, Денис, его друг Артем и Юра Карнаушенко, еще один наш кандидат в мастера спорта. Так вот, эти маленькие ребята, им тогда, наверное, по 9 лет было, они очень много создавали нам проблем. И даже когда я включался в борьбу, в какой-то момент Денис даже сказал: а мы с этим дяденькой играть не разучимся? Ну и вот действительно прошло полтора года, и Денис чемпион Беларуси и по быстрым шахматам, и по блицу. Ну и вы видите, как он валит. Серьезно. Даже сложно комментировать, потому что, конечно, хочется подумать побольше. Тут даже Олег Соломаха при всем к нему уважении рядом не стоит. Так, ну что ж, напали на коня. Вот он шанс. Вдруг Денис с рейтингом 2500 зевнет коня. Нет, Денис не хочет зевать коня. Ну, мы сами забросить коня хоть куда-то можем. Хоть что-то же надо активное делать. Без пешки до сих пор сижу. И это неприятно. Сидеть без пешки очень-очень неприятно. Так, ну а Денис как-то играет, знаете, грубо, жестко. Все меняет, у него лишняя пешка. Но я попробую на нее понападать. Форточку бы сделать еще. 3 плюс 2, конечно же, тоже жестокий формат, потому что тут и флаг не срубишь. Здесь как-то все более справедливо, чем в обычном таком вот блице. 3 плюс 0. Так, Денис просто защитил пока пешку. Как нам к ней поприставать? А нет ли хода слон d4? На слон d4 будет конь e4, наверное, да? А потом же f3. f3 и... Ну что, попытка не пытка, да? Я вроде же не зеваю слона. Давайте так попробуем. Так, нам надо отыграть пешку и как-то аккуратно соскакивать на ничью. Денис, конечно же, согласен не будет. Денис задумался. Так, ну что, f3 мы планировали. Давайте прогоним этого коня. И пешку все-таки изымем. Да, все же правильно, изымем мы пешку. Давайте. f3. Если я чего-то не зеваю, то вроде бы должна пешка отыграться. И так и есть, пешка отыгрывается. Если разменяются ладьи, то, конечно же, тут уже ничья будет совсем близка. Но, может быть, Денис откажется от размена? Нет, не отказывается. Ну и, в принципе, конечно, здесь хочется предложить ничью. Так, хода f6 пока нет. Это тоже приятно.
Так, я возьму и предложу ничью, знаете ли. Вдруг согласится. Отказывается. Вот такой жесткий товарищ, жесткий. Что ты скажешь? Так, ну давайте тогда Е4 ему предложим. Предложим отойти куда-нибудь. Что ж, хочет играть на победу. Не можем ему в этом отказать. Так, там уже... Ой, ой, висит вилка, висит вилка. Так, висит вилка. Надо сюда, наверное, пойти, оп. Так, наконец-то он продвинул пешечку. Но пока не вижу, все равно не вижу каких-то конкретных серьезных угроз со стороны черных. Не знаю, на что тут расчет. Так, может быть, расчет на то, что все-таки чемпион Беларуси по блицу должен играть быстро. Может быть, Денис хочет где-то срубить флажок. Кто его знает? Ну, надо как-то коня перевести. Вообще, перегруппироваться надо бы. Сюда, может быть. Не подставляюсь я добровольно под G6. Подставляюсь. Ну, с другой стороны. А что после G6 будет? Ну, пусть разменяются какие-то пары пешек. Разменяются, и что? Так, сюда. Просто надо быстрее играть. Надо ускориться значительно. Так. Слоника Денис отказывается менять. Ух ты какой. Боевой товарищ. Даже слона на коня отказывается. Так, а так. Пешечник-то там вряд ли может быть выигранный для... для черных. Так, а у меня пешка аж, между прочим, сейчас куда-то пойдет. Возможно. Это не точно. Абсолютно не точно. Так, ну коня мы немножко оттеснили. Сейчас пошла пешка аж. Пешка же пошла. Делаем проходной аж просто. Авось доиграются черные. Так, ну Денис сразу пошел к ней, конечно. Денис все понимает. А вот я, возможно, сейчас начну немножко проигрывать. После того, как король на H6 придет или нет. Я к пешке F6 привяжусь. Нет, ну на ничью похоже. Похоже на ничью. Так. 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 Сейчас начнет конем фехтовать Денис. Вот уже начал. Так. Куда идет конь? Скажите вы мне. Я пока не понимаю. Вот конь пришел куда-то. Конь пошел. Конь шел есть пешку, дорогие друзья. Вот это неожиданно для меня. Скажу честно. А так. Ну, очень все сложно. А так. А так. Ну что ж. Будет ли здесь ничья? Я считаю, что ничья была бы заслуженной со стороны белых за все страдания. Но 23 секунды. Хорошо, что есть добавление, потому что Денис играет просто очень жестко. Мне кажется, что в какой-то момент можно просто попасть на что-то неприятное. А может быть и черные на что-нибудь неприятное нарвутся.
Вот и у Дениса 20 секунд. Вот он шанс. Шанс немножко поджать, чемпиона. Неужели Денис все посчитал? Неужели? Нет, ну не проигрывается же эта пешка. Вы что? Не может быть. Так, все, ничья. Есть! Это ничья. Ну и, конечно же, реванш сразу нажимаем.